Ставь на место. Сначала ты отойди. На счет три. Раз, два. Мерзкое животное. Безмозглое растение. Лохудра. Скотобаза. Ведьма. Урод. Почему мы не можем сказать правду? Мы развелись, бесим друг друга и хотим разъехаться нафиг отсюда. Вообще-то у нас общая квартира. Или ты предлагаешь здесь стеночку построить? А может и построим. А что это у вас? Перепланировку решили сделать. Внуки, дождалась. Ты что, придурок, наделал? В итоге ты врешь своим? Конечно, мы планировали. Я вру своим? Дачу продадим, а деньги вам. Чтобы мои не запалили тебя твоим. Вы понимаете, да, что я врать не буду? Кольцо все власти, тю-тю. Раздевайся, будем беременеть. Ты дурачок совсем? Руки убери! Мы сегодня с тобой фиктивные, но все-таки семья. Помогаем друг другу. Ты совсем оборзел сюда проституток водить? Не обращай внимания, просто завидует. А вы, бывшая, помолчите, пожалуйста, и не мешайте мне искать свою будущую. Я знаю, мы развелись, но прямо сейчас ты меня чем-то таким привлекаешь. Может быть, запахом эвкалипта от твоих волос? Прям как мое мыло для интимной гигиены. Еще раз с моей полки что-нибудь возьмешь, я твоей бритвой знаешь, что побрею? «Развод». Смотри с 30 июня во всех кинотеатрах.